Здравствуйте, Василий. Это видео про ваш одуванчик для Helios 81N. Я запрограммировал фокус на расстояние 50 мм и диафрагму от 2 до 32 согласно таблице поправок. Я думаю, что таблица поправок вам понятна, как ей пользоваться тоже понятно. Но таблица поправок не догма и не истина в последней инстанции, поэтому экспериментируйте. Сейчас я упакую ваш одуванчик. Он запрограммирован, подпилен в нужном месте. Вот, обязательно очень аккуратно наклеивайте его по моей инструкции. Ни в коем случае не наливайте клей непосредственно из тюбика на объектив. Нанесите клей сначала на какую-то поверхность, а потом его зубочисткой или заточенной спичкой аккуратно нанесите на объектив, предварительно обезжирив место наклейки одуванчика и сам одуванчик. Вот, как видите, это ваш одуванчик. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Калибр для наклейки одуванчика на ваш объектив абсолютно не нужен. Поэтому, чтобы он у вас зря не валялся, я его вкладывать в комплект не буду. Спасибо за внимание.